Участники форума отметили, что в крупных городах возможности для инвесторов в основном исчерпаны, а потому представителям муниципалитетов нужно активизироваться и предлагать привлекательные для инвесторов площадки. Здесь также важна совместная работа бизнеса и власти. Взаимоотношения бизнеса и власти, они должны выстраиваться, и в каждой из этих взаимоотношений должна появляться какая-то новая история роста, новая история развития территорий. И, безусловно, эти форумы способствуют появлению конкретных примеров. Главная цель форума – чтобы диалог бизнеса и власти был понятен. Конкретные предложения, озвученные в рамках мероприятия, в дальнейшем могут найти практическую реализацию.